Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас с вами видеообзор на вот такую вот коробку конфет шоколадной традиции. Конфеты Мерлин. Здесь трюффё. Ну, я надеюсь, что прочла правильно, если что, поправите меня в комментариях. Глазированные нежные пралине, декорированные дроблёным арахисом. Вот так вот. Так. Здесь еще что-то по-английски написано, но не знаю, что. Так, давайте посмотрим ее вот здесь. Вот. А, здесь так, у нас на каком-то языке. Ну ладно, давайте посмотрим. Вот. Видно. Так. Двести грамм, я уже вижу. Так, и на нашем русском. Так, состав. Состав большой. Так, вижу, одна, вторая Е-добавка. Третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Семь Е-добавок. В комментариях напишите, сколько вы насчитали Е-добавок. Ну, семь, конечно, это довольно много. Вот откуда Россия? Новосибирск. Так, и давайте же ее откроем. И, наконец, посмотрим, что же у нас там внутри. Так, такая вот коробка конфет, гораздо покрасивее стала. Открываем ее. Так, здесь у нас просто пленочка. Конфетки все перевернутые. Так, и у нас здесь их сколько? Давайте посчитаем. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17. Даже нечетное количество. Даже 17. Перевернутые такие. Здесь даже вот что-то покоребилось. Как будто... Хотя коробка, кстати, была целая. Так, ну давайте будем пробовать. Будем мы сейчас ее с вами резать. Давайте с серединки возьмем. Опа. Так, давайте ее внутри посмотрим поближе. Вот, вам видно. Смотрите, у нее довольно толстый слой шоколада. То есть не чуть-чуть, а довольно толстый. Это, кстати, меня очень радует. Также давайте... Проверим, выглядит она так же, как на упаковке нарисована или нет. Ну, смотрите. Выглядит, конечно, она по-другому. Совсем по-другому, и они не одна, они все так выглядят. Давайте другой возьмем. Они больше все в шоколаде, чем так же, как нарисовано. Здесь нарисовано очень много арахиса, очень много начинки. То здесь ее гораздо меньше. Вот он, маленький ежик. Конечно, да, здесь поменьше. Вот он есть, конечно, он присутствует, но меньше. Вот. Ну да, во всех так. Там он как-то арахис посыпан сверху. Да? Ну там как половина посыпан сверху, а часть... немножко под шоколадом, то здесь уже больше под шоколадом. Все. Почти, их так почти не видно. Видно, что он такой бугристый. Ну, давайте ее попробуем. Что же у нас такое? Вкусная она или нет? Довольно мягкие они. Нежные. Сладенькие, но не приторно. Меня больше удивило, что они прям мягкие и нежные. Мне почему-то оказалось, что раз так много шоколада, такой слой, то будет тяжело их прокусить. Но нет, они прям мягкие, нежные. И такое впечатление, как будто там кокосовая стружка прям мелко-мелкого перемола. Ну, что-то такое, знаете, под зубами хрустит. Что-то вот непонятное. А по вкусу очень вкусное, но вкус какой-то что-то напоминает. Что-то такое до боли знакомое. Но что-то напоминает.
Может быть, даже ближе похож вкус, как дорогого шоколада, шоколада люкс какой-нибудь. Вот, может быть, скорее всего, вот так вот. Не знаю, какой-то вкус такой прям из детства, что ли. Не знаю, даже не могу сказать. Но это очень вкусно, и хочется есть еще одну, и еще, и еще. Скорее всего, конечно, я сейчас ее за вечер умну, умяну, съем за вечер. Вот. Но она очень вкусная, мне понравилась. Необычный вкус, ну, то есть, да, вкус шоколада и что-то еще такое, какой-то вкус присутствует. Давайте я еще одну попробую, поскольку у нас с вами уже традиция пробовать два раза. Может быть, я сейчас со второго раза что-нибудь еще почувствую. Давайте вот это вот. Тоже такая сама себе обычненькая. Арахис очень нежный, мягкий. Меня это очень тоже удивило. Обычно орехи бывают жесткие, а здесь прям мягкие. Хорошо жуется такое прям. И шоколад мягенький, и все мягенькое. Но, хотя мне, конечно, лежала коробка конфет в тепле. Может быть, еще поэтому, если ее достать из холодильника, может быть, немножко будет другой вкус. Может быть, она будет немножечко пожестче. Очень вкусно. Мне понравилось. Такую коробку конфет можно подарить. Не стыдно будет подарить, открыв здесь довольно красивенько. Ну, конечно, они лежат разбросанные немножечко. Но, в принципе, все довольно красивенькие. Посмотрите. Немножечко, конечно, не соответствуют картинке на самой коробке конфет. Но, в принципе, ну, вот это, кстати, немножко не очень красивое. Обломилась. А так, в принципе, посмотрите, они довольно красивенькие. А цену ее я не знаю, потому что мне ее подарили. Ну, я думаю, что где-нибудь рублей так 150 она наверняка точно стоит. А у нас в магазинах я ее не видела. Вот. А надеюсь, что вы пробовали ее. Напишите свои отзывы, если пробовали, мне будет приятно. Отзывы, пожалуйста, пишите в YouTube под этим роликом. Мой канал называется Art Money. Вот. Также обзоры есть на технику. Также влоги, как мы с сыночком живем, отдыхаем, путешествуем, развиваемся, занимаемся. Обязательно смотрите, очень интересно. И на сегодня это все. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока. С вами был канал Art Money.